Здравствуйте! Это суббота, продуктивный день, если сохранять благоразумие. Эмоции могут зашкаливать. Сегодня возможны проявления ревности, зависти и другие неприятные чувства. Это влияние планет. Снять напряжение вам помогут танцы. Поэтому главный совет дня – танцевать. Удачна суббота для финансовых вопросов, для коммерческой деятельности, для бизнеса и для любви. А вот выяснять отношения сегодня не стоит. Только любить. Вы хотите быть правым или счастливым? Хорошей субботы вам и до встречи завтра!